Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем сушить лимоны в сушилке Изидрай. Для этого нам понадобятся только одни лимоны. Лимоны моем, отрезаем боковиночки, они не нужны. И лимон нарезаем не больше 3 мм. Косточки по желанию можно убрать, а можно не убирать, смотря как вам нравится. Я косточки убирать не буду. Нарезаем лимоны. Я выстилаю сетчатые листики и раскладываю нарезанные лимоны. Так заполняю все сито и ставлю на сушилку. Закрываю крышку, включаю температурный режим 55 градусов. Ну а время приготовления я скажу уже после того, как лимоны будут готовы. Прошло 7 часов, лимоны готовы. Снимаем их. Сушеные лимоны можно использовать в чай, в кофе, для декора. А если перемолоть в кофемолке, можно использовать как пищевой ароматизатор натуральный. Вот такие сушеные лимоны у нас получились. Попробуйте, приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.